Наш корреспондент также попросил политиков ответить на вопрос, не устали ли они за эти годы думать о народе. И как выяснилось, никто не устал физически, но некоторые за 3 года даже посидели. Человек избирает путь идти в политику, то в первую очередь он должен думать о своей ответственности. В первую очередь для него есть слово не его обязанности, а его должности. Не устал, потому что я в силу своих возможностей и в силу своей компетенции выбрал комиссии, в которых мне интересно. И в которых я действительно в темах разбираюсь и что-то могу делать. И поэтому меня как-то на психику не давит. Каждым годом опыт идет только в плюс. Разные парламенты, разный подход к людям, которые становятся коллегами на какой-то определенный этап. Да? То есть политика становится более профессиональная. Не физически трудная работа, это работа, посмотрите на мою седину, я еще не очень старый. Она просто есть ваши мозги и пигменты ваших волос.